друзья, так, всем привет, меня зовут Виноград, и сегодня со мной Андрей Старкий и Сантери. И добро пожаловать в игру под названием Roblox в режим Please Donate. Да, ребята, сегодня мы будем донатить разным ребяткам в такой вот замечательной игруле. Да, мы теперь в роликах даже тратим деньги. Ну, и до этого иногда такое было, но сейчас мы прям это, преувеличились. Ну все, ребят, что я хотел вам еще кое-что сказать. Чтобы мы знали, что мы все это делаем не зря, просто я вас прошу, поставьте прямо сейчас лайк. И те, кто не подписались, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Ведь для нас это безумно важно. Понимаете, мы уже побольше начали тратить денег. Там всякие... короче, ролики становятся масштабней. Мы с вами все делаем круче. И в ответ хотелось бы, конечно, лайк, подписочку, там, колокольчик. Ну, да, ребят, докажите, было бы приятно. Конечно. Так, ладно, ребят. Ну что ж, Андрей Старший, вставай и беги за мной. Ну, Сантер, я предлагаю друг другом все держаться, и давайте сейчас все вместе будем ходить и смотреть, что у нас тут продается. А, давайте прям начнем такое. Типа, давайте вот так напишем. Who wants donate? И просто вот так вот отправляем. И сейчас, смотрите, сразу же начнут подбегать ко мне, я вам говорю. Ты уверен? Я уверен, я готов в самом начале. О, вот у нас тут клиентик, так сказать. Вот еще. Слушай, они тут все ходят. Сейчас, смотри, начнется, я вам говорю. Так, сейчас же. Так. Короче, я уже одному задоню. Один. Уже? Да, я уже задонатил двоим. Я тоже двоим уже. Смотрите. Так, что? Андрей Старший, как ты можешь задонатить, если у тебя даже нет робуксов? Объясни мне. У меня 99 робуксов. Робуксов. Сколько то? Да... Сантри, не верь ему, это он троллит. Я сам видел, я ему MacBook когда включал, чтобы ролик снимать, у него там было 0 робуксов. Почему у меня написано 99? Так, ладно, давай, короче, пробежимся. И так, знаешь, чисто, еще разочек. Кто хочет донат? Такой, видимо, все, знаешь, то ли скромничают, то ли все игнорят мое сообщение просто. А где надо писать, отвечать-то? Если так. О, вот так вот надо, сейчас точно заметь, я говорю. Сантри, сейчас мы кого-нибудь найдем. Сейчас у нас там Андрей Старший потерялся, надо к нему сбегать. Так, Андрей Старший, ты где-то потерялся, давай возвращайся. Так, тут у нас есть русские. Кто хочет донат? Сейчас, смотри, сразу же полетят, я вам говорю, сейчас сразу же начнется. Давай, я хочу. Сейчас, смотри. О, смотри, давай. Окей, смотрите, ребят, давайте за мной скорее. Тут у нас это, первый клиентик, так сказать. Андрей Старший, давай, за мной. Идем, сейчас будем донатить, девочки. Два. Так, конечно, вот два. Здесь. И, слушай, давай ей 5 задонатим, почему бы и нет, в принципе. Это слишком много. Да, нормально. Все, 5 робуксов, отправляем ей. Все, держи, красотуля. Тебе 5 робуксов. Так, я так подумал, знаете, И знаете, что решил? Я так вот подумал и решил сделать, знаете, вот так вот. Ладно, пойдемте дальше потихонечку. О, hi, can you donate me? Давайте сразу же отвечаем. Окей, давайте, ребят, следующий клиентик, погнали. Тут говорят, привет, можно так. Ну, давай, девочка, без проблем. Это твоя стойка? Тогда давай я тебе задоначу, пожалуй. Вы лайк уже поставили, ребят? Ну нет, вы еще не поставили, я не буду тогда вообще. А, ребят, вижу, ставите лайки. Ради вас, ребята. Let's go. А что ты делаешь, я не понимаю. Доначу ребятам. Так может хватит уже? Да не, я так по 5, по 3 штучки там. Немножко. А это моя стойка. Чтобы ты понимал, у меня сейчас 910 вроде робуксов. 910. Ну, еще 10 потратить хватит. Слушай. А тут моя стойка, кстати. Не беспокойся. Can you donate? Ой, тут уже наглеть начинают, тут надо отходить. Так. Вот, давайте вот за этим сгоняем. Так уж и быть, парень. Слушай. Я тут уже ему донатил. Эндрю. Да? Ты если донатишь, и у меня ни одного нету, мне хотя бы 200 задонать. Нормально. Давай, я жду. Нормально. Так, давай, так слушай, это я тебе потом, если что, попозже задоначу. Сейчас мне просто это сложно. Не, давай прямо при всех задонать 250. Понимаешь, чтобы я смог тебе задонатить, там нужно... Ой, как тебе объяснить? Там нужно, короче, заходить в сам Roblox, там, короче, создавать всякие товары, там, прописывать. Короче, давай как-нибудь не сейчас. Сейчас просто не хочется времени на это тратить. Хорошо? Хорошо.
Ну давай только не 10 ей. Подожди, она уже просила. Ну... А, не-не-не-не-не. Да. Она уже была. Просила похоже, видишь? А там вот с розовыми волосами ходит. Вот она просила, а вот это еще нет. Нет, она просила, подожди, давай, подожди. Вот я... А, давайте не будем ей тогда так уж и быть. Да вот, вот, вот. Вот она еще... Вот, она... Вот, пацану вот этому я еще не донатил. Давай вот к нему сгоняем. Давайте, почему бы и нет. Слушайте, ребят... Нет, не, я не знаю. Ты смотри, там это, если что, хочешь кому-нибудь задон... Чё это за белка? Господи, ребят, что это такое? Так, ладно. Парень, ты где? Я потерял. А вот. А, сколько ты там? Так уж и быть, давайте 7 сегодня постолько будем, получается. Все, let's go, как говорится. Да, в принципе, 15? Какой нифига 15? Себе ты, конечно, даешь. Ну, не, в принципе, ребят, мне не жалко. Самое главное, чтобы вы прямо сейчас подписались на мой канал. Это будет самая лучшая для нас поддержка. А мы тогда будем стараться еще больше. И фиг знает, если вы захотите вторую серию, может быть, я задоначу именно тебе? Кто знает? Слушай, Сандри, тебе не кажется, что Андрей старший... А, нет, он уже вернулся. Да, я просто хотел договорить, я уже увидим, что он идет. Так, давай, давай, знаете, вот так вот пробежимся. О, давайте так, я сейчас начну бегать, закрою глаза. Ага, там, смотри. Там эта девица в очках, она за вами бегает. За мной тут бегает парень, я ему, он просил 15, я ему 15 дал, он мне еще просит. О, какашка, конечно. Да я тебе задонатил, уже гений. Так, давайте так, я прямо сейчас закрываю глаза, бегу-бегу, и на ком я останавливаюсь, тому я доначу. 5. Давай. Хорошо, закрываю глаза и погнали. Иди в мою сторону. И где-то здесь. Так, хорошо, тут у него 5 нет. Ладно, ладно, так, сколько сейчас, подождите. Я просто люблю, когда люди счастливы, понимаете? Я люблю, когда кто-то рядом со мной радуется. И... Понял. Я люблю делать людей счастливыми, реально, это прикольно. Типа, как, когда вот ты что-то сделал, и они такие, ура, ура, круто. Потому что когда ты кого-то делаешь счастливым, ты сам становишься счастливым. Ну да, кстати, по фактам, ребят, золотые слова. I donated... You. Я вроде правильно сказала, если честно, я не хочу сейчас задумываться сильно об этом, об английском, потому что сейчас я хочу просто снимать, ребята, ролик для вас. Вот, я уже тебе задонатил. Да гений, я тебе уже 15 задонатил, что ты мне все просишь? О, Андрей старший, посмотрите, тут гуляю, что-то исследует. Так, ладно, давайте сейчас я попробую еще раз закрыть глаза, мы пробежимся. Или, знаете, у меня есть идея получше. Давайте прямо сейчас выйдем и зайдем к другим игрокам. Давай. О, давайте так и сделаем. Прикольно. Ребятки, мы зашли на другой сервак, и давайте искать следующих счастливчиков, так сказать. Тут у нас на кроватке сидит парень. О, у меня появилась идея. Давайте найдем того, кому вообще ни разу не донатили, у него стоит 0 задоначено. Вот это, о, прикольно. Сейчас, слушайте, тут у парня написано, если ты задонатил, то твоя мама самая лучшая. Ну, слушайте, мне кажется, надо задонатить. О, смотри. Что? Где, где? Я нахожусь? Где-где-где? Я вижу, я увидел чела, но у него только 22 робоксов, это и все. Смотри, у него 0 робоксов. У него прям 0 робоксов. Где-где-где? Прямо в центре. Налево, повернись налево. Что? О! Тут еще одного красавчик, иди сюда ко мне. Так, где-где-где с нолем-то? Во, тут с нолем стоит. И давайте ему, знаете, пятерочку такую, знаете, сладкая пятерка, как говорится. Отправляем. Все, братик, держи, радуйся. Теперь у тебя первые 5 робоксов задоначены. А, почему здесь 7 написано? Так, ладно, ребятки, пойдемте дальше. Что у нас тут? Капец, тут какие-то ребята счастливые, столько кому-то задонатили. Кому-то вообще 1000 в этой игре задонатили, это вообще жесть. Так. Ну, мне кажется, все-таки надо этому парню задонатить, как-никак. Как-никак. Ну, байт, ладно, такой байт на донатик. Так уж и быть. Парень, держи. Так, ладно, ребят, пойдемте дальше. Смотри, ну что, ты это... Остались не... деньги-то у тебя еще. Чего? Да, у меня еще 860 и т.д. О, сколько ты уже раздал-то, ужас. Не беспокойся. О, что там? Подожди, Андрей старший. Ну-ка. Тут смотри, что-то сейчас донатить будет? Ну-ка, штука. Ну-ка, давайте посмотрим за диалогом, следим, давайте. А, Андрей старший, далеко не уходи, тут это диалог у Сантри с кем-то. Давайте посмотрим. Смотри. Давай, как развязываются события. Ты донатишь? Или что? О, красава! Похлопаем, давайте. Молодец, Сандрик, красава, тоже задонатил.
Ой-о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 й, опасный, опасный человек. Так, хорошо, что у нас тут есть? I don't know what I can say, but thanks for donate. Звучит мило. Я вам так скажу. Звучит очень мило. Вот. Бобукс. 5 бобукс. Так, скажи... О, мне кто-то задонатил. Тебе кто-то задонатил? Да, мне кто-то задонатил. Давайте я тогда тоже на всякий случай стоечку поставлю, она мне, чувствую, пригодится. Нифига себе. 24 робокса. Ну, так. У меня... Бургерс. Просто. Вот так вот напишем. Если вдруг кто захочет, мне задонатить. Кока-кола, чипсы, бургер. Да-да-да, у меня кока-кола, чипсы, бургеры, все дела. Супер-дупер-бургер. Мега-бургер. Супер-дупер-мега-бургер. Да-да-да, у меня тут что только нет. Дарк-бургер. Экстра-бургер. Лайф-бургер. Данжер-бургер. Дарк-бургер. Живой бургер. Лайф-бургер. Слушай, я бы хотел бы заказать кока-колу. Кока-кола. Серьезно? То есть да. Я пришел донатить другим, а ты мне сейчас купишь... У меня сейчас купишь мне кока-колу, мне нравится, правда. Серьезно? И чипсы, подожди, это не чипсы, это ранска ласит. Ой, какие ранска ласит. Ну, в общем, мне задонатили... задонатили... Да, сантери. Ну, как бы, почему бы и нет? Так, и картошка фри. Я тоже закопаю. Давайте, who wants donate? О, мне еще задонило Сантри. Вообще красава, Сантри. Так просто это респект. Вообще... Давай, паренечек, окей. Окей, веди меня, бро. Давай, веди меня. Вообще, мне зацените, ребят, походку такой. Так, Кэнс Блокс Шоп. Что у них тут за блоки какие-то? Фурбо, уф, у него тут это магазин. Магазин тачек, всякие Ford Mustang, ничего тут только нет. Ну, давайте по традиции, мы сегодня всем по 5 даем. Да, а кому-то даже больше, кому-то 15 дали, а он потом еще просил. Их, видимо, где-то... В общем, не важно, все, идем дальше. Слушайте, мне, в принципе, нравится, я такой хожу, ребята крадут. Ну да. Парню еще кто-то задонатил. Ну, давайте я тоже тогда еще дуэчку ему закину. Мне он прям нравится. Он, знаете, такой позитивный. Он просто, Андрей Старший, посмотри. Видишь, такой стоит веселый у сточки, танцует. И знаешь, все. Ну, да. Ему уже целых 11 робуксов задонатили. Он счастливый такой стоит, танцует. Слушайте, прям кайф. Ну да. Так. Мне на самом деле нравится. Такой ходишь, веселишь ребят и всем. Sub to max relax. Что? Так, тут у нас food drinks. Ага, ну, not AFK. Хорошо, я бы на самом деле взял тебе хамбургер. Почему бы и нет? Стоп, а где Андрей Старший? Андрей Старший там опять где-то потерялся. Ты мне лучше скажи, где ты? Я здесь. Так, стоп. А, вот, Сантри и Андрей Старший вместе. Вот, Андрей Старший бежит ко мне сюда. О, а вот и Сантри, что с тобой? Что с твоей ходьбой? Ну, вот в принципе, здесь. Для меня... Мне все нормально. Мне хорошо, все отлично. Лол Бош пишет чел. Это на каком языке? Кто-то знает? Типа, я сам не понимаю. Так, так, у него цель 2500... Давайте ему поможем с его целью. Сколько у него? О, так он близок к цели. Давайте ему поможем ее достигнуть. Мне кажется, это самое то сейчас будет. Парень, ты достигнешь своей цели. Держись. У тебя все получится. Ты дойдешь до цели 2500 робуксов. Ты красавчик. Так, хорошо, ходим дальше, что у нас? Ой, смотри-ка, народик-то уже собирается вокруг меня, как-никак. Да, и Сантри тут все носит. Сейчас, смотри, начнется. Просто, ребят, зайдите в чат, посмотрите. Андрей, Андермайн задонатил тому-то. Хай, вот тут парень со скином из Джорджа. Тому-то. Я, конечно, не фанат Джорджа, но... вот. Так, сейчас. Хай. Вот. Так уж и быть, так уж и бить. Please donate. Окей. А, я, в принципе, не фанат Джорджа, но, блин. Почему надо людей судить по вкусам? Не надо так делать, это плохо, плохо точнее. Так, там Сантри это выбирает, да, видимо, донатить, не донатить. Ох, шаурма, чипс, давайте чипсы купим. Блин, народик-то вокруг собирается уже, елки-палки. Блин, мне нравится, я не могу, я просто хожу, радую людей, они бегают вокруг меня, все счастливые, просят. Слушай, я кайфую, реально. Хоть я и трачу робуксы, но я при этом, типа, кайфую, реально. Так, ладно, хорошо, ребят, кто хочет следующий? Так, давайте прям так и накинем сейчас, донат сразу же. Who wants donate, ребят, прям побежали, знаете, вокруг.
Так, смотри. О, красава, смотри, задонатил. Просто респектос. Так, так, так. Тут у нас please donate me if you like cats. I in AFK. О, он любит котиков. Блин, я люблю котиков, так что так уж и быть. Чё там говоришь? Что интересует вас? Чего говоришь? Я говорю, здравствуйте, что интересует? Ты мимо меня пробежал, у меня моя стойка здесь. Подожди, где, где, где? Не, понимаешь, понимаешь, тут не так все просто, тут не так все просто, понимаешь? А, да, я тебе потом задоначу, не беспокойся. Написано стойка, занять. You can again donate. Так, please. Слушай, на меня тут набегают, конечно, ну ладно, let's go, парень. Парень, давай, что у нас тут? Я тут только 22. Окей. У тебя есть только 22? Я тебе задоначу 22. Кушай. Так, ладно, пойдемте дальше. Ой, капец, тут народ. 22 робукса. Слышь! Чего? Тут Сантри бежать его пупсом называет. Он офигел, что ли? Ты... Капец. Понятно, мы тут ходим? Ну что, наших бьют. Ладно, в принципе, Сантри, не обращай на него внимания, пофиг. Мне тут ко мне подбегает парень и просит ему задонатить, но я ему уже задонатил, типа. И типа нельзя задонатить то же самое. Не, я ему уже задонатил, давайте особо там сильно сейчас не будем, хотя, блин, я кому-то это донатил. На мечту. На мечту? Ну ладно, я тебе, пожалуй, мне просто страшно, да, хотя ладно, я лучше задоначу вот этот вот, после вот этого вот недоразумения, так сказать. А, держи, братуля. Счастья тебе и всего наилучшего. Кушай, как говорится. Все, пойдемте дальше. Кушать. Все, прямо, слушай, я смотрю, прям прет, знаете, счастье от ребяток. Ладно, Андрей старший, беги-ка сюда скорее, скорее. Все, давай за мной. Так, бегу. Давай, за мной. Сантри, привет. Да не обращай на него внимания, он тебя просто будет обзывать. Пофиг вообще. Просто не обращай внимания. Так что пофиг. Ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Андрей. А также Андрей старший. И Сантри. Да, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Ребята. И все пакулики-досидулики. Куда ты пошел? Надеюсь, вы подписались, нажали на лайк и нажали на колокольчик, ведь для нас это безумно важно. Всем пока.